Приветствую вас. Вы знаете, я бы хотел, наверное, поддержать своего коллегу Кудряшова Игоря Леонидовича и сказать вам о том, что проблема, она на самом деле несколько глубже, чем вам представляется. Вот. То есть дело здесь совсем не в том, что мужчина может там оговариваться и так далее, а дело здесь в том, что вы на фоне этих оговорок устраиваете скандал. И складывается, конечно же, такое ощущение, что вам этот скандал, ну, он для чего-то нужен. Вы скандалите по какой-то причине, вот, то есть у вас, видимо, есть какие-то, может быть, страхи, какие-то, может быть, сомнения, может быть, переживания какие-то есть у вас, а может быть, есть у вас основания не доверять мужу, сомневаться в нем, да, иначе почему вы устраиваете ему скандал? Ну вот, серьезно, Юля, почему вы устраиваете ему скандал? С точки зрения психологии, вы действительно играете в ту самую игру, о которой говорит мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. И я предлагаю вам действительно посмотреть эту игру, и вы увидите, что это то, что вы делаете. Но! Даже это является не самым, скажем так, ключевым моментом здесь. Самым ключевым моментом я бы назвал то, что вы все-таки устраиваете скандал своему мужу. Это значит, что у вас имеются какие-то подозрения. Это значит, что вы ему не доверяете. Это значит, что вы чего-то боитесь. По факту, это значит, что вы чего-то боитесь. Вот. Чего именно вы боитесь? Это, конечно, непонятно. Чего именно вы боитесь, чего именно вы опасаетесь, это неизвестно. Но я думаю, что так или иначе это нужно выяснить, потому что совершенно очевидно, что гармоничные отношения таким образом вы не построите. То есть, ну, согласитесь, да, вряд ли мужу будет приятно, что вы устраиваете ему скандалы. Да и сами скандалы это по себе означают, что есть какие-то скрытые проблемы, о которых вы, может быть, просто, ну, к примеру, не хотели бы говорить. Вот, но они есть. Эти проблемы. Вот. Поэтому тут я вам предлагаю вот исключительно такой подход, да, то есть вы думаете, что ваши уверенности прибавятся, если вы разъясните себе, почему мужчина оговаривается, вот, а я утверждаю, что нет. Я утверждаю, что ваши уверенности не прибавятся, наоборот, чем больше вы потакаете вот этой своей позиции такой, чем больше вы идете у нее на поводу, тем сложнее будет вам из этого выйти. Ибо то, что вы делаете сейчас, это попытка
Скажем так, ну, это попытка контролировать мужа. А я не думаю, что это хорошая идея. Не думаю, что хорошая идея. Хорошей идеей является стремление, да, его контролировать. Потому что никому не нравится, когда его контролируют. Вот. Поэтому я думаю, что так. Что касается самого вопроса, что у некоторых людей, ну, к примеру, вот у вашего мужчины, допустим, очень хорошо работают ассоциативные цепочки, ну или ассоциативный ряд. И если мужчине сейчас, к примеру, с вами хорошо, комфортно, если ему спокойно, если ему удобно, если ему приятно, то вполне возможно, что именно по этой причине мужчина и, собственно говоря, путается время места, где он живет, потому что по ощущениям, которые у него сейчас есть, вот именно если мы говорим, да, по ощущениям, то эти ощущения, они у него, вероятно, схожи с тем, что были, да, были там, в том месте, где он жил, к примеру. Вот. То есть на уровне эмоций, на эмоциональном уровне, мне история представляется именно такой. Я могу, конечно, ошибаться. Здесь я могу, конечно, быть неправым. Вот, но мне представляется история именно такой. И я бы сказал, что опять же, если вы хотите сохранить свои отношения с мужем, если вы не хотите их разрушить, а сейчас то, что вы делаете, вы разрушаете ваши отношения своими скандалами, вот, и игрой, которую вы ведете. Вот, если вы не хотите этого делать, то я вам очень настоятельно рекомендую поисследовать ваши страхи, именно страхи, вот, и причину вашей, скажем так, неуверенности, вот, понимаете, какая история. Данный аспект, ну, то есть, это то, что я могу вам сказать. Вот, в принципе, тот ответ, который я могу вам дать. То есть, как бы, ассоциативного ряда может быть много.
Вопрос в другом, на самом деле. Вопрос заключается в другом. Какие у вас основания считать, что ваш муж вам изменяет, пример. Вот. Или какие основания вас подозревать его в, скажем, ну, то есть едет он, ну бывает он там, ну и что? То есть, как вас это задевает, если задевает? Вот. Понимаете? Какая история? Так что вот, примерно так. Как видите, здесь проблема не в том, чтобы выяснить, почему человек это говорит, а проблема в том, выяснить, почему вы так реагируете и реагируете скандалом, обвиняете его. Ведь обвинение — это реакция, по сути, человека, который боится. Понимаете? Так что, давайте разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.